Реализацию проекта «Активное долголетие» заморозили в Подмосковье как минимум до начала августа. Постановление об этом губернатора Андрея Воробьева опубликовали на официальном портале регионального правительства. Ивантеевка переносит программу частично на телеэкран. Скоро на нашем канале занятие гимнастикой «Цигун» от Натальи Колесниковой. Система оздоровительного цигуна предусматривает с точки зрения традиционной китайской медицины работу с энергиями тела. Каждому органу нашего организма идет канал энергетический. И если мы с вами прохлопыванием, пощипыванием будем эти каналы прорабатывать, то это нам позволит дольше поддерживать наше здоровье в хорошем состоянии. Упражнения при всей сложности легки в исполнении, дают оздоровительный эффект, если ими заниматься регулярно. Комплекс, который представляет Наталья, предназначен для всех, от детей до людей серебряного возраста. Включает он и элементы особой тренировки. Ба Дуа Цзинь звучит сейчас на всех эфирах. 8 кусков парчи. Этот комплекс признан в Китае как комплекс для реабилитации всех, кто перенес этот вирус. А все, кто мы остаемся здоровы и поддержим иммунитет, он пойдет только на пользу. О времени эфиров гимнастики «Цигун» на ИТВ сообщим дополнительно в соцсетях. Также все желающие могут присоединиться к онлайн-тренировкам, которые проходят в прямом эфире в аккаунте «Живу спортом» в Инстаграм по вторникам и четвергам в 12 часов, а затем размещаются на одноименном сайте. Это совместный проект Минспорта и Минсоцзащиты Подмосковья. Анна Пыльцина, Антон Рябов, Мария Барсукова, ИТВ.